Приветствую вас. Я думаю, что одной из ключевых факторов вашей проблемы заключается в том, что вам почему-то нужно чувствовать вот, ну, это самую угрозу, да, вот, и, соответственно, для чего-то вы начали испытывать этот самый страх болезни. С точки зрения психологии речь идет о том, что вы, заболев, либо переложите ответственность на других людей за себя, либо привлечете их внимание к себе. То есть некая цель, некая потребность, некая задача, которую вы пытаетесь реализовать с той или иной степенью сознательности. Вот именно это и нужно раскрыть. Раскрыть, для чего вам подобные вещи, в чем вы нуждаетесь, чего вы хотите, и дальше уже можно будет о чем-то говорить. Можно будет вам, ну, оказать необходимую помощь настолько, насколько вот это возможно. Также я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вы пытаетесь побороть свои чувства, пытаетесь побороть по факту свои эмоции. Вот, что, безусловно, на пользу вам ни в коем случае не идет. То есть не идет на пользу тот факт, что вы пытаетесь побороть то, что ощущаете, то, что чувствуете. Мне кажется, что здесь очень важно не побаривать то, что вы чувствуете, а наоборот, проследовать за тем, чего вы желаете, более полно раскрыть ваши эмоции, более полно раскрыть ваши переживания для того, чтобы вы могли лучше их понять, лучше их осознать и, возможно, как следствие, скорректировать свое поведение таким образом, чтобы оно отвечало бы вашим потребностям и вашим желаниям. Так, мне кажется, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.